это разграничить и понять, в чем я могу быть полезен, где я могу вам помочь. Свою полезность он оценивает на 200% из сотни возможных и позиционирует себя не только мастером слова, но и главным умом в мировом бизнес-сообществе. Есть особенности целевой аудитории, особенности рынка и так далее. И особенности трендов, которые вдруг с вашего бизнеса попали. Особенности трендов, постановку целей и задач, развитие бизнес-системы в целом, убежденный сторонник практики против теории Андрей Парабеллум, а вне интернет-пространства Андрей Косырин разбирал на конкретных примерах. Оценка ценности всегда в глазах потребителя. Для кого-то стакан воды в пустыне будет стоить, не знаю, коня и полцарства, а для кого-то стакан воды, если ты живешь, не знаю, на озере, на реке, это ну просто стакан воды. Правильная мотивация – залог успеха. Это главный лозунг, который проповедует гуру предпринимательства, риэлтовское бизнес-сообщество. С такой постановкой вопроса согласилась. Когда какая-то методика командной работы, например, рассматривается и показываются кейсы успешного внедрения, я стараюсь их перенимать и переложить на наш рабочий процесс. Кейсами бизнесмен поделился, исходя из собственного успешного старта. Парабеллум – владелец двух компаний. Одна занимается производством и продажей биометрических систем учета рабочего времени. Другая упаковывает и тоже продает, только уже информацию. Предприниматели разного ранга жаловались именитому тренеру на неудачи. Нет, арендатор просто бодро тебя оттуда выгоняет, повысив арендную ставку, и в том же месте, чуть ли не под тем же брендом, открывает ту же самую историю. И ждали совета, который станет толчком в развитии их дела. Ваш рецепт может быть краткий от оценки бизнес-идеи до возможности ее реализации. Свою оценку бизнес-идеям Парабеллум дал, рассказал он и о своих самых секретных секретах предпринимательства. Ну и рекомендовал, с чего начать и как вести свое дело, чтобы оно приносило эстетическое удовольствие и высокий доход. У каждого человека проблема обычно сделать либо первый шаг, либо они делают первые шаги и уперлись, и не понимают, что делать дальше. То есть вроде бы что-то делают, куда-то все движется, но не получают результата. Получить гарантированный результат Парабеллум уверен можно после нескольких тренингов. На них он подробно разберет все тонкости и нюансы, но носить они будут уже частный характер. А этот мастер-класс был подарком всем предпринимателям к профессиональному празднику, который бизнесмены отмечают сегодня. Ксения Казакова, Артем Мудников для РТВ.